Устроить пиратские приключения на суше могут только люди с богатой фантазией. Именно такие профессионалы и работают в Омском областном центре социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи. Опытные педагоги собрали на площадке по улице Багратиона 10 участников семейного омского клуба. На протяжении 4 лет дети и их родители принимают участие в разнообразных играх, помогающих развитию малышей и их сближению со взрослыми. Сегодняшняя игра называется у нас «Пиратские приключения». То есть дети должны ходить по станциям, выполнять какие-то задания, справляться с заданием и в итоге получить свой приз. 2 раза в месяц проходят встречи. Ну, на встречах мы, как правило, проводим различные тренинги, мероприятия. Две команды маленьких пиратов преодолели 12 разнообразных испытаний. Дети разгадывали загадки и учились работать в команде. Участвовали в разнообразных конкурсах, например, на самую ровную походку и меткий бросок. Но больше всего участникам понравился мастер-класс по изготовлению разбойничьих треуголок. В этой игре была бесстрашная Луиза. Мне понравилось, как нам раздавали карты и как мы собрали пазл. А еще мне понравилось в том, как мы закидывали. Были меткими в нашей игре. Мне понравилось, как мы сегодня делали шляпу. Мне понравилось, как мы собирали карту и закидывали в ведро кольцо. И мне еще понравилось, как мы на голове поднимали книжку и держали равновесие. Все испытания юным пиратам пришлись по вкусу, и собранная из фрагментов карта привела к победе. Все ребята получили медали со званием «Настоящий пират» и сладкие призы. Я думаю, что нам удалось. Думаю, что очередная встреча нашего клуба пополнится новыми постоянными активными членами, которые будут в будущем активистами клуба, будут сами предлагать нам новые варианты развития и новые варианты встреч. Вторая, но не последняя встреча пиратов в амурском поселке завершилась. Теперь активисты займутся созданием сценариев игр к осеннему сезону.